Лес Гусина, 55 километров от Смоленска. Это четвертый лесок, который мы проверяем попутно. Очень красивые и приятные места. Справа сосны, сосновый лес, слева березняк. Здесь траву пока не полили, лес не палят. Мы найти какие-нибудь строчки хотя бы, не говоря уже смарточки бы, конечно, хорошо. Но, увы, какой-то трактор едет, куда-то едет, что-то им надо. А он по дороге, наверное, едет. Там недалеко хорошая дорога, грунтовка. Четкая дорога, очень хорошая. Саркосцифов здесь нету. На любых веточках саркосцифы могут быть. Почему-то трактора здесь ездят. Но вообще-то работают. Везде работают. Дерево упавшее. Красивый лес. Приятный лес. Но меня, как всегда, тянет в какие-нибудь аномальные места. Вот дерево упало. Кверху корнями. И надеялась, может быть, какую-нибудь саркосцифу найти. Но ничего здесь мне не попадается. Какие там саркосцифы у нас в лесу под Смоленском. Там какие-то грибы, но растут. А здесь что здесь растет? Здесь ничего нету. Даже саркосцыф нет. Удивительно. Удивительно. Посмотрю, какие-то растения красивые. Ой, как красиво на кочках растут такие котики, пушистики. Надо взять парочку штучек себе. Вон с той кочечки. Очень красиво они растут, как котики. Классно. Трутовики, они меня не сильно-то волнуют. Они маленькие, а котики мне нравятся. Вот болотистое место. Болото. Вижу еще один трутовик. Котиков я возьму несколько штучек, штучек 5. Трутовик, спасибо тебе за компанию. Большое-большое. Хоть ты украсишь мое видео болотное вот это. Да, красиво. Маугли с лесом там борется. Что он там делает, я не знаю. Вот здесь упавшее дерево. Сейчас там тоже трутовики. Я через него переберусь. А котики я сейчас тебе красивые трутовики. Вот этот уже постарше. Он какой. А те окаймленные. Пойду искать что-нибудь в хорошем лесу. Это уже старый трутовик. Но милый, очень хороший. Красиво. Перепрыгиваю через это дерево. И идем дальше. Ничего я здесь не нашла. Спрошу Маугли, может быть, он что-нибудь нашел. Вода чистая в болоте. Болото. Заболоченное место здесь. Но никаких грибов здесь нету. Ничего не нашла, кроме трутовиков. Очень интересно, что ж это за растение такое. Это не брусничник. Я пойду проверю, что за растение. Видите, это пищевые, это Светлана говорила, что это хорошие грибы для желудка. Ну, пусть они здесь остаются. Кому-то, может быть, пригодятся. Это брусника. Здесь очень хорошие брусничные места. В сезон приедем бруснику собирать. Далековато, но места приятные. А сейчас мы уходим, уезжаем в Смоленск. Нам ехать 50 километров с лишним. Всем пока-пока. Вот так вот. На красивом месте. Всем пока-пока и до встречи.